Добрый день, друзья! Сегодня 30 декабря. Сегодня я поздравляю жертвователей Псковского яблока, людей, которые перечисляют нам деньги, помогают нашим трудам, работе всей нашей команды. Благодаря им у нас получается работать и получается побеждать. Я буду звонить этим замечательным людям по телефону. Они этого еще не знают. Я им позвоню только сейчас. До кого-то дозвонюсь, до кого-то, может быть, не дозвонюсь. И мы будем поздравлять их с Новым годом. Сначала мы звоним в город Санкт-Петербург. Валентин, привет. Поздравляю тебя с Новым годом. Хочу сказать тебе огромное спасибо за твое участие в нашей работе, за пожертвования, за добрые денежки, которые приходят к нам регулярно. Они нас очень согревают и очень помогают всем, кто у нас работает. Я очень тебе признателен. Очень. Вот, хоть ты переселился из Пскова в Петербург, но ты остаешься нашим человеком и участником нашей большой команды. И мы увидимся обязательно. Спасибо тебе большое. Еще раз с Новым годом. Добра, счастья и мира. Так, позвоним-ка мы сейчас в Москву. Алексей Александрович, здравствуйте. Это Лев Маркович Лосберг вам звонит. Поздравляю вас с Новым годом. Очень рад. Алексей Александрович, вам огромное спасибо. Вы нам помогаете, как мало кто другой. Огромное спасибо за то, что вы делаете это постоянно, искренне и всегда беспокоитесь, чтобы все прошло хорошо. Я очень рад, что вы у нас есть. Вы вообще один из уникальных наших жертвователей. И в силу того, что вы представитель старшего поколения, и в силу того, что вы очень вовлечены во все, что мы делаем, вас очень тревожит и волнует все, что мы пытаемся сделать. Огромное вам спасибо. Я очень тепло о вас думаю. Спасибо, Александр Александрович. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья и сил. До связи в Новом году. Надежда Ивановна, здравствуйте. Это звонит Лев Маркович Лосберг, Псков, Псковское яблоко. Звоню поздравить вас с Новым годом и поблагодарить вас за помощь нашей команде. Очень тронут и очень признательна вам. Вот, хочу, чтобы у вас Новый год прошел хорошо, тепло, и чтобы все близкие люди были вместе с вами, рядом. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Очень, очень радостно, что вы нам помогаете. Вот еще раз вас с Новым годом. Большущее вам спасибо. Мы все вам очень благодарны. Все. Юрий, добрый день. Это звонит Лев Шлосберг, Псковское яблоко. Я звоню поздравить вас с Новым годом и поблагодарить за вашу помощь в работе нашей команды. Очень рад поздравить вас накануне Нового года и пожелать вам добра, счастья и мира в Новом году. Юрий, это живой голос. Это я звоню вам сейчас. Да, ничего себе! Вы что, думаете, что это магнитофон? Нет, это не магнитофон. Это вот реально. Сейчас 14 часов 3 минуты московского времени. Я звоню из Пскова вам. Да вы что, только что? А как зовут маму? Юрий, как зовут маму? Ольга Анатольевна, здравствуйте. Я очень рад вас слышать. Поздравляю вас с Новым годом. Спасибо большое. Мы стараемся и будем стараться. От всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья. У вас замечательный сын. Да, это получился большой сюрприз, конечно, я понимаю. Спасибо. С Новым годом вас. Хорошего вам Нового года. Хорошего праздника. А сейчас мы звоним в Тверь. Вадим, добрый день. Это Лев Шлосберг, Псковское яблоко. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю добра и счастья. Очень рад вам позвонить накануне Нового года. С источника едете? Брали чистую воду? Как раз накануне Нового года хорошо брать воду из чистого источника. Спасибо, что вы рядом, и спасибо, что вы нам помогаете. Очень вам признателен. А сейчас мы звоним в Приморский край, на самый Дальний Восток. Данил Алексеевич, здравствуйте. Это Лев Маркович Лосберг, Псковское яблоко. Звонит вам с самого запада на самый Дальний Восток. Хочу поздравить вас с Новым годом и поблагодарить за помощь нашей команде. Очень тронуты, что, находясь за столько тысяч километров от нас, вы находите возможность нам помогать. Вот впервые в жизни слышу ваш голос, и вы, наверное, мой тоже впервые по телефону. Спасибо вам большое. Я очень тронут, что вы нас видите, слышите и помогаете. Спасибо вам большое. Вы один из самых-самых дальних по расстоянию наших жертвователей, но расстояние не мешает. Вот, поздравляю вас с наступающим Новым годом. У вас осталось уже совсем немного до Нового года. Вы ближе нас к Новому году. Поэтому он к вам придет первым.
Поздравляю вас, желаю вам здоровья и счастья. А сейчас мы звоним в Кемерово. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Это Лев Маркович Лосберг, Псковское яблоко, город Псков. Звоню поздравить вас с Новым годом и поблагодарить за помощь, которую вы нам оказываете. Мы очень тронуты и очень вам признательны. Поздравляю вас и ваших близких с Новым годом. Вот впервые слышу ваш голос. Очень приятно. Вот, пусть будет хороший, добрый, счастливый год. Пусть все будет хорошо. А сейчас мы звоним в столицу. Мы звоним в Москву. Здравствуйте. Ирина Савишна, это Лев Маркович Лосберг звонит вам из Пскова, Псковское яблоко. Звоним поблагодарить вас за помощь нашей команде в уходящем году и поздравить вас с Новым годом. Очень рад, что я до вас дозвонился. Понемножку. Да, это не будет быстро и не будет сразу, но понемножку получится. Да, оптимизма. Оптимизма, я согласен с вами. Спасибо, с Новым годом вас. А сейчас мы звоним в Самару. Самара городок, добрый город. Юрий Степанович, здравствуйте. Это Лев Маркович Лосберг, Псковское яблоко, город Псков. Звоню поздравить вас с Новым годом и поблагодарить за вашу помощь нашим трудам. Что, вот прямо сейчас так и цитируете? Ну, слушайте, такие совпадения. Все замечательно, огромное спасибо. А что вы с ним сейчас читаете? Выступление на Федеральном совете, с ума сойти. Далеко не всякий человек 30 декабря будет читать выступление на Федеральном совете. Огромное спасибо. Я очень тронут за помощь, за ваше терпение, за вашу настойчивость и вашу веру в то, что в конце концов получится. Как только доеду до Самары, позвоню лично, даже не когда доеду, а до того, как доеду, чтобы мы не разминулись, не дай бог, обязательно. Ну, у нас всех все впереди, и все будет разное, но в конце концов все будет хорошо. Юрий Степанович, 70 лет, это начало третьей молодости. Это начало третьей молодости. Все впереди, все будет. Все будет. Сейчас мы позвоним в Псков. Самому молодому нашему жертвователю. Кирилл, добрый день. Это Лев Маркович Лосберг. Звоню поздравить тебя с Новым годом и поблагодарить за то, что ты стал помогать нашей команде. Ты у нас уникальный человек, чтобы человеку исполнилось 18 лет, и чуть ли не через несколько дней человек сделал пожертвование политической партии. Это вот новое поколение. Я тебя поздравляю, благодарю. Вот, надеюсь, в конце концов, познакомиться. Буду очень рад, потому что живем мы рядом, и надо познакомиться. Спасибо большое, очень рад тебя слышать, и надеюсь увидеться. Спасибо. А сейчас мы звоним в Новосибирск. Там же вечер, и мороз минус 30. Никита, добрый вечер. Это Лев Шлосберг. Звоню поздравить вас с Новым годом и пожелать вам много счастья и радости в Новом году. Большое спасибо, что вы помогли нашей команде в меру своих сил. Вот надеюсь, что в Новосибирске тоже все сложится и тоже все будет расти и развиваться. Да. Вы один из тех людей, у кого может получиться. Это я точно вам могу сказать. Мне было приятно познакомиться с вами в этом году, увидеть всех вас лично. И надеюсь, что мы еще, даже может быть, и увидимся. Все может быть, не будем зарекаться. Большое спасибо за помощь. Вот, желаю вам хорошо встретить Новый год и чтобы Новый год был добрым, хорошим. А сейчас мы звоним в Псковскую область. Совсем недалеко от Пскова мы звоним в Изборск. Дорогая Надежда Николаевна, здравствуйте. Мы получили ваш новогодний подарок. Я звоню сказать вам огромное спасибо. Это не первый подарок, я очень вам признателен. Огромное спасибо. Вы один из самых-самых преданных людей, кто нам помогает все эти годы. Вот вы просто золото. Спасибо вам огромное. Да, пройдет это время, будет другое. Да, долго, бывало и по 70, да. А тут 7 дней в неделю сплошная работа. Вот. Очень надеюсь увидеть вас в Новом году в самое ближайшее время. Спасибо вам огромное. А сейчас мы звоним в Ставрополь. Людмила Петровна, здравствуйте. Это звонит Лев Маркович Лосберг, Псковское яблоко, Псков. Звоню поздравить вас с Новым годом и поблагодарить за помощь, которую вы нам оказываете. Очень рад вас услышать перед Новым годом и поздравить вас с Новым годом лично. Сил всегда не хватает и всегда нужно больше, чем есть, но зато, когда люди помогают друг другу, сил становится больше. Спасибо вам огромное. От всего сердца поздравляю вас с Новым годом. Спасибо. Мы звоним в город Петербург. Еще раз добрый день. Это Лев Маркович Лосберг, город Псков, Псковское яблоко. Звоню поздравить вас с Новым годом и сердечно поблагодарить за вашу фантастическую помощь в нашей работе. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы очень много делаете. Я очень вам признателен, все мы очень вам признательны. Вы даже на фоне большого Санкт-Петербурга заметный человек. Да, мы не сдаемся. Спасибо, очень рад вас услышать. С Новым годом, спасибо большое. Уважаемые друзья, я позвонил сейчас
жертвователя Псковского яблока. Я открыл список, наугад выбрал телефон и звонил людям, которые помогали нам весь этот год. К огромному сожалению, я не могу позвонить всем, нескольким сотням людей и лично поздравить вас с Новым годом. Я благодарю вас за то, что вы есть, за то чувство доверия, которое возникло между нами, при том, что большинство из нас никогда не видело друг друга, мы никогда не встречались и никогда не говорили лично. Но между нами возникли особые отношения, отношения особого духовного и политического родства. Мы строим нашу страну, свободную демократическую Россию, такой, какая она нужна нам, такую, какую мы хотим ее видеть. Это замечательная работа. Огромное спасибо, что вы видите нашу команду здесь, в небольшом регионе России, где мы возрождаем свободные традиции свободной демократической жизни. Вместе с вами в этом году мы прошли сложную дорогу. Это была дорога испытаний, дорога побед, дорога поражений, дорога ударов. Мы выдержали, мы вытерпели, мы не сдались, мы не опустили руки, мы продолжаем работу. Будущий год, который вот уже совсем рядом, в нескольких шагах от нас, будет годом нашего совместного труда для нашей страны, для всех нас. Спасибо вам большое. С Новым годом! Псковское яблоко. Партия граждан за власть народа.